Здравствуйте! Клуб путешественников продолжает свои странствия по родному краю. Сегодня предпоследнее июльское утро, а наш маршрут начался вчера. В пятницу 29 июля мы покинули душный Киев и отправились в Житомирскую область. Вышли из электрички на платформе Лещин в нескольких остановках, не доезжая Житомира, уже поздним вечером. И пытались найти дорогу, отходящую от железки, пройдя немного вперед, пройдя немного назад, но мы ее так и не обнаружили. Оказалось, что это заброшенная дорога, хотя обвиднелась она по снимкам и картам как переезд, но мы нашли эту дорогу заброшенную. Это оказалась бывшая даже асфальтовая дорога. Через 2 километра нас этот путь привел сюда, на песчаное озеро, где разрабатывается часть карьера в юго-восточном углу. Здесь урочище Юзефовка. Можно сказать, что и озеро так называется. Мы нашли место ночевки на западном берегу этого большого озера. Оно находится выше, за соснами, над обрывом. Сейчас мы отлично выспались, будем набирать воду и завтракать и отправляться в свой дальнейший путь в сторону реки Тетерь. Ну вот, сегодня утро, уже приготовлен костер, сейчас будет готовиться кипяток для запаривания всяких смесей, чая. Вот здесь мы ночевали, недалеке от самого карьера. Совершенно случайно нашли это место, места тут, в общем-то, перекопанные, но вот, как видно, есть мох, очень удобно спать было. Встали в 7 часов, выспались. Вот зима у костра, тут уже даже из поленей сделали какую-то скамеечку. Ну, сейчас у нас будет завтрак. Мы сейчас вместе так называемой усадьбы лесника бывшей, охотничий домик даже есть. Если бы не ос, этот путник мог бы найти себе ночлег на этой скамеечке. Так проблемы могут быть. На карте отмечена усадьба лесника. Сейчас от нее остался заброшенный яблочный сад. А часть поляны расчищена. Поставлена кормушка для животных. Животные из близлежащего ручья привлекаются сюда яблоками, прикормом в кормушке. Охотники используют этот лужок, соорудили эту вышку и идут отсюда огонь, охотятся. За этими деревьями течет уже ручей. Мы продолжаем наш путь.
тоже вот осы залетели. За 5 километров от Юзефовского озера мы вышли на обыкновенный ставок, хотя по фотографии, размещенной на Google снимках, тут был гранитный карьер по фотографии, но мы так понимаем, что эти данные несколько смещены из-за ошибки в системах координат, и отправляемся дальше, где мы думаем, по нашей гипотезе, оно должно находиться севернее несколько километров. Место карьерного озера, где мы предполагали, оно будет находиться, оказалось обычное лесное озеро. Береговая линия покрыта такой болотной травой. В общем, это обычное лесное озеро. На берегу растет черника, другие ягоды. Это озеро находится чуть западнее дороги Левков-Коростышев. Сейчас мы тут сделаем небольшой привал и уже пойдем по намеченному пути на Тетерев. Весной на Пасху я здесь был, ходил сам в одиночный поход. Ну, а вот как раз маршрут сошелся, вот это озеро я проходил. И сейчас мы пойдем вдоль этого ручья в сторону Тетерева и там наберем вкусной кристальной воды. Пока Дима набирает воду, хочется отметить, что ручей ближе к Тетереву течет такой устойчивой пойме. Вокруг заросли деревьев, орешники идут. Ну и венец этого ручья, конечно, источник воды, спрятан в этих бетонных кругах. Мы вышли на берег Тетерева, я успешно искупался, на обрыве растет еловый лес, видно, что он немножко ему тут не нравится, или место, или земля, вот, ну, а я сейчас направляюсь к ручью, которого мы были недавно. Ну и посмотрю, как он тут течет. Еще раньше сюда я ходил весной. И, в общем-то, он тут тек нормально и был даже мостик. Запах, конечно, в еловом лесу просто суперовый. Сейчас это не передача. Здесь я вот по меточкам иду красный.
Ну что ж, сейчас около 6 часов вечера. Мы находимся напротив нашей тетеревской стоянки между Левковым и Кошарищем, когда-то мы стояли с того берега. Ну, там сейчас место занято. Соответственно, было принято решение, чтобы мы пошли на Кошарище, и там сегодня будет наша ночевка. Ну, тут маленькая зарисовочка с этого берега на ту попсовую сторону, популярную сторону. Дошли до Кошарища с Красгорья. Вот там в камнях я заныкал бутылочку. Вот она. Там внутри карта. Я, честно говоря, не знаю, как ее достать. Но вот она. Ну что ж, ложу ее на место. До следующей встречи. Подходит к концу день, 30 июля. Мы сейчас находимся на Кошарическом сгорье. Дима готовит отличный костер для нашего кипячения воды, как всегда, чтобы запарить чай, чтобы запарить меви, ну и все остальные какие-то субстракты, которые мы взяли в дорогу. Ну, а мы, как всегда, расположились вот здесь, на обрывчике. У нас стоит палатка. Тут у нас есть камни, на которых мы будем сидеть, продолжать сегодняшний вечер. Сейчас у нас кипятится вода. Ну и мы, в общем-то, готовимся встречать сегодняшний вечер.
Здесь на автодорожном мосту села Харитоновка. Таков наш маршрут по последним соображениям получился. Мы собирались выйти на село Стрижевка в районе пешеходного моста и порога, но дороги обходили заболоченное урочище, и слишком далеко пришлось углубиться в лес, поэтому мы приняли такое решение. И путь извилистый, развилки все остались позади. Сейчас до конечного нашего пункта города Карасышев осталось 5 километров по прямой дороге вдоль речки Тетерь.